Сегодня по-любому будет Ктулху. Как бы он вышел, как бы надо чекать. Предварительно мы проводим ритуал нового бога. Собственно, мы берем бога. Берем реколор, открываем его, да, естественно. Естественно. Мы берем также нового бога. Берем эмоции. Открываем эмоции. Берем сундуки. Самые, которых много. Где они? А, подожди, мои сундуки мне нужны. Берем сундуки. И открываем голосовой пакет. Голосовой набор тех сундуков, которые мне уже не нужны и не понадобятся. Скорее всего, вот этот сундук. Загадки. Бамс, есть звуковой пакет. Ну, собственно, бог готов. Бог готов к испытаниям. Сейчас что-то будет. Ну что, это будет первая катка на Ктулху. Я вообще не представляю, что он из себя представляет и что я буду делать, если честно. Я даже по чесноку я билки прочитал только тогда, когда делал на него обзор, когда его в бете показывали. Ну, точнее, на ПТСе показывали. Блин, выглядит он эпично, конечно. Не, он-то может быть и имбарь. Ой-ой-ой, он через блинк пошел. Это очень странно. Очень много урона. Брат, он мне просто сейчас лицо сломает. Офигенный просто войспак у него. Просто он такой огромный, посмотри. Я этого даже не вижу, блин. Бум-бум. Тихо-тихо, брат. Тихо, ты что, больной? Я ему с руки накидал, ё-моё. Какая область у него атаки, это просто жесть. Блин. Понимаю. Плохо, блин. Блин, да плохо, что убили. Плохо, что убили уже. Один, ну хотя 1-2. Какой войспак, слушай. Давай, давай. Хорош, хорош. Этого тоже можно. Какой он большой, посмотри. Серьезно, с руки сейчас убью, блин. Офигеть. Да не, это жесть какая-то, вы что, угораете, что ли? Смотри. Бум. Это на меня прыгнуло? На! Жуткий монстр, просто жесть. Они должны кланяться мне. Они должны кланяться к Ктулху, лол. Умер. Братанчик умер. Я замедлю. Бум. И блин, такой далекий у него получается радиус огромный просто. Замедлений просто уйма. Очень большой. Очень большой и эпичный выглядит. Но я его ждал. Я его ждал, я знал то, что он будет таким крутым. Радиус просто безумно, безумное расстояние, ну радиус. Брат, был бы ты фуловый, я бы уже ворвался, честно. Убирает баг. Сбить ему или нет? Но я уже не успею. Я зеленый Ктулху, а вон тот не настоящий. В смысле нет настоящий? Я настоящий, алло. Офигеть. Фиг, да, очень много замедлений. Очень много замедлений. Я не знаю, ему изоляцию нужно собирать. Вы ему собирали изоляцию? Thanks. Лучше бы он гангнул. No problem. Посмотри, это просто жесть. Ну, это что? Домой. Домой, здоровяк.
Это что такое? Убить! У-ху-ху! Я просто в шоке с него, это что такое? Офигеть! Блин! Ой, блин, это что за вообще порнуха какая-то была между двумя ктулхами, выглядело жестко. Да, если честно, вообще прям в шоке. Я камень изоляции буду сразу собирать. Я Арили буду сразу камень изоляции собирать. Я соберу камень изоляции и на вторую активку возьму эмблему. Я тебе говорю, у них команда просто двигаться не будет. То я очень рад, что они такого персонажа, как Ктулху, сделали. Очень рад. Они расширяют, тем самым потенциально расширяют возможность прихода новых игроков. Это очень круто. Потому что реально есть люди шизанутые, фанаты и все такие, которые могут прийти чисто ради Ктулху. Бум. Бум. Бум! Бум! Сука, не достал! Здорово, брат. Здорово, брат. Это что? Посмотри! Домой! Домой! Я тебе говорю, домой! Ой, жесть какая вообще, чат, помогите, пожалуйста, им. Что это такое? Блин, на нем играешь? На нем играешь и реально чувствуешь вот эту силу, блин. Я реально хочу один в пятерых на ульте забегать и убивать их. Понимаешь? Один в пятерых хочу забегать. Если мы эту катку не выиграем, я не знаю, что будет. Я все равно выложу на YouTube просто от эмоций. Это правда первые эмоции... Первые впечатления, потому что я реально... я его не играл, я его на ПТС не пробовал, как бы и все такое, но это просто жесть какая-то. Ну что это, он на 7 уровне, без артефактов. За один скилл убивает крипов. Разве Эмир так убивает? По-моему, нет. Очень жесткий герой. Ну чё, здорово, давай играть. Ёать, это просто какое-то безумие. Окей. Ляги вообще. Что это было? Я вообще билок чужих не чувствую, понимаешь? Я мало того, что их не чувствую, я их, ну, даже не хочу, ну, не боюсь чувствовать. Очень жестко. Очень эмоции приятные вызывает персонаж. Ну, какие-то дисбалансные эмоции вызывает, на самом деле. Бум, бум. Я хочу всех убить. Я хочу всех убить. Ребят, всем привет, кто залетел на стрим. Привет тем, кто будет смотреть это на видео, потому что, скорее всего, это будет и на видео. Офигеть. Я на Ктул хочу всю команду убить. Я хочу один их убить, понимаешь? Я не... Да какой сдаться, блин? Смайт, не подпаливай мне жопу, дай насладиться. Я столько удовольствия получаю, ё-моё. Я столько удовольствия получаю, пожалуйста, дай мне поиграть. Знаешь, что чувствуется? Знаешь, что чувствуется? Когда ты в ульте, кажется то, что ты неуязвим. Складывается впечатление, как будто бы тебя ничто убить не может. Хз, блин, я даже подвеску, наверное, соберу. Давай подвеску соберем. Мы в ульте будем вообще вкусненькие для команды. Вообще жесть просто, блин. Бум, бум, бум. Пол КП. Это что такое?
Брат, если ты сейчас умрешь прям по тауркой, жопа тебе вообще. Я хочу всех съесть. Я хочу, чтобы они все стали моими рабами. Посмотри! Я тебя убью! Хорошо. Господи, пожалуйста, пофиксите их. Мои враги будут страдать. Это просто какая-то жесть. Ущи. You have potential, сказали, видели? Не, нерф, ребят, нерф, 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 нерфить только и нерфить, нерфить вообще. Какой же он крутой, го. Я тогда, я давно не так не впечатлялся от нового героя. Это просто какая-то имба. Ну не то что имба, он так выглядит стильно, круто, охрененно просто. Играть одно удовольствие. Посмотри, он просто не может, он не может. Только мне больно все равно. А хочется так, чтобы было не больно. Бумс, бумс, 400 урона, 400 урона, ну чат. Ну нет, ну нет, ну нет, такого быть не должно. Бум. Да как его гангать, они меня не могут гангать. Они меня не могут гангать. Атак! Атак! Не, это дичь. Блин, меня ссыла убила. А я из-за того... Я такого размера, что я его даже не видел. Я не видел ссылу. Какая ссыла? Какой персонаж вообще может мне хоть что-то сделать? Вот это ощущение от игры. Но тут, тут мое почтение Хорезом, если честно. Тут реально мое почтение Хорезом, я вообще в шоке, если честно. Рототоскара я просто не увижу. Они должны были сделать так, что Рототоскара ему урона не наносит. Чтобы он там клевал в пятку. Ну вот в обычной форме, ладно, в ульте вообще он должен просто скрыться. Очень круто. Бумс. Thanks. Thanks. Here we go. Be careful. Как же она хочет. Ну лол, ну что это такое? Я надамажу, надамажу. А так? Бумч! Вы можете атаковать их? Отправляй, отправляй его. Мы их убьем, мы их изничтожим. Бам! Это просто какая-то жесть. Удалите его из игры, это что такое? Нет, не удаляйте, это мой мейн. Дальше хотите? Но мы не убьем, мы не убьем. Бум-бум, да ты что это за урон? Не-не, переапали, ребят, ну переапали. Помните мой обзор? Помните мой обзор? Я когда делал обзор на Ктулху, я смеялся, когда читал цифры. Вот, собственно, что и требовалось доказать. Слишком, слишком дамажный. Очень дамажный, я не знаю, его нужно фиксить, нерфить и все такое.
Очень, я не знаю, я прям... Я поражен. Я поражен просто. А что, обосрався? Обосрався, я тебе говорю. Бумс. Бумс. Я настоящий Ктулху, а не ты, ё-моё. Фу, блин, какой он жесткий. Нет, то, что его добавили, это просто одно из самых лучших решений Хорезов, которое только могло быть. Она не смогла. Ее убили. Сдавайтесь, я должен выиграть эту катку. Бум. Он хочет меня. Ой, он ультанул. Я умер, да? Я не умер. Ля, какой замес. Как же жестко. Как же жестко. Я не могу хелп. Нет, для стражи это прям, я не знаю, прям... Прям перебор. Я правда что-то... Я не знаю, я как ребенок маленький впечатлился от Ктулху, реально, реально говорю. Хорошо, хорошо. Я замьючу наши шабаланки. Он не понимает, если мы выигрываем на изичах, а он сливается один на один, он спамит, чтобы мы ему хелпанули, типа, что за дела и все такое. Блин, да что происходит? Да мне пофиг, даже если мы проиграем, я выложу это. Вот эти первые впечатления, их нельзя подделать. Я не знаю, его нужно забанить в рейтинге, наверное, на более длительный срок. Потому что это жесть. Мне сначала не понравилось, как он двойку кидает, но оказалось, что это имба. Давай, брат. Ай, чё так больно-то, ё-моё. А, меня вдвоем долбят, я понял. Да кого save yourself? Смотри, я хочу всю карту изничтожить. Не, жесткий, жесткий. Чинг. А у меня хп немного-то, лол. Надо отойти. У нас шабаланка заруинит катку. Я вам серьезно говорю, шабаланка заруинит катку. Но это не значит, что катка не должна попасть на YouTube. Вот и ульт. Давай, 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 братан. Давай, братанчик, давай. Домой. Я тебя съем. Мать, просто держись. Ну, типа, я попытался. Я пытаюсь нанести урон, но у нас нет АДК. У нас нет АДК. Мы проиграем, скорее всего. Я не знаю, что делать на шабаланке. Типа, он, не знаю, ему... Эта победа ему не нужна. К сожалению. Хорош. 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 У нас хороший Раванна. Я прям за него болею. Удобно, что двойку можно отменять. Удобно, что можно ульт отменять. Это и правда удобно. Если шабаланки ворвется, то будет круто. Ребят, настрой огонь. От Ктулху одно удовольствие. Герой имба. Шабаланки, кстати, может. Он может пропушить. Хорошо. Да иди сюда! Все, брат, так уже не бежится, да, быстро, как хотелось бы.
Шабаланки умер. Он мало того, что умер, он даже не допушил. Я пытаюсь его замедлить максимально. Я не знаю, что у нас Ника там делает. О, как же жестко. Блин, если бы этот круг можно было перемещать, поняли, прям рукой контролировать, это было бы вообще жестко. Бум. Погнали. Я умираю, но я сделал все, что мог. Да-да-да. Он глупый, он не видит. Они не смотрят за ХП, за моим. Я умер. Я просто умер. Ника молодец. Равана тоже молодец. Шабаланки просто. Ладно, на самом деле, пофигу. Пофигу, что мы проиграли, на самом деле. Меня это вообще не волнует никак. Эту катку выложу на YouTube, потому что буду ждать Ктулху в рейтинге. Потому что он реально дико просто переапанный. Просто урона очень много, контроля очень много. Считаю, что его очень рано вводить в рейтинг. Вот. И буду ждать, когда пофиксят. Так, разультился. Хорош. Я пытаюсь тебя спасти, мать. Бум. Стоять. Очень жирный. Они не могут его убить. Они не могут его убить, посмотри. Развернись, Ника, не бойся. У него нет хп. А, у него много хп. Да ты, бля. Я просто не могу. Она ультанула. Я не могу с ней справиться. Я просто не могу с ней справиться. Ну, она у нас дурачок идет и просто умирает. Надо убегать. Надо просто. Ай, блин, ну я правильно ульт отменил. Ну вот, смотрите. Пацан что делает. А, ну они титана пушат. Я поздравляю, как бы, с этой каткой. Все равно. Ой, впечатления какие от Ктулху. Ктулху просто жесть, имба. Очень сильный. Прям какой-то мега сильный. Жду его в ранкедах. Естественно, понерфленным. Очень хочу в ранкедах на нем поиграть. Надеюсь, его понерфят к этому времени достаточно сильно, чтобы жопа у него не горела. Визуально он просто очень крутой. Ульта у него очень жесткая. Все боятся в нее бить. Но это пока не привыкли. Все боятся в нее бить. По факту. В ульту все боятся бить. Не видят ульту и пытаются убежать все. Хотя его можно было бы, как любого другого танка, разложить и убить. Да. А в остальном я ждал, на самом деле, выхода Ктулху, и выглядит он очень круто.